Я Саманта Бамонт, секретарь Всемирного союза. Я веду программу лицензирования лунных работ. Нам надо многое обсудить, но сперва позвольте представить Адам, архивирующий данные аналитический модуль. Получено сообщение. Спасибо за участие в программе лицензирования лунных работ. Ваша корпорация должна построить космопорты для новой фазы колонизации Луны. Также вы должны помочь Союзу в разработке термоядерного реактора, чтобы предотвратить энергетический кризис. Всемирный Союз желает вам успехов. Официально в программе могут участвовать только мегакорпорации. Но я добилась, чтобы вас тоже допустили до участия в тендере. Пожалуйста, укажите название своей корпорации. Спасибо. Мне также нужен логотип вашей корпорации. Мое начальство во Всемирном Союзе не было уверено насчет вас, но я их убедила. Они даже согласились выделить лучший участок земли для вашей новой штаб-квартиры. Выберите сектор. Почти готово. Осталось обсудить условия вашего контракта со Всемирным Союзом. Финансирование и все такое. Начинается первая фаза программы лицензирования лунных работ. Всемирный Союз выделяет вам участок в зоне умеренного климата для строительства космопорта и основной базы. Также вы должны построить космический лифт на орбитальную станцию Союза. Подробнее вам расскажет официальный представитель. Здесь много места. Надеюсь, достаточно, чтобы осуществить ваши амбициозные планы. Кое-кто из моих коллег уже рассчитывает на эти земли. Он наверняка попросит вас принять участие в новом имиджевом проекте. Но сперва займитесь главным. Первым делом надо построить космопорт. На площадке, где будет... Есть работа. Мы готовы. Доступны новые виды построек. Thank you.
Можно использовать новые чертежи. Отлично. Больше у вас не будет проблем со строительными материалами. Многие мегакорпорации считают, что натуральная пища – роскошь и излишество. Я рада, что вам близка позиция Всемирного союза. Документы готовы? Давно у меня не было таких гостей. Чем я могу помочь? Государственные праздники. Какие результаты? Мне пора бежать.